Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны, примите теплые и сердечные поздравления с самым торжественным и почитаемым праздником – Днем Победы! Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа – символ национального единства, воинской славы и доблести, навечно вписана в героическую летопись страны. Мы никогда не забудем подвиги солдат, отстоявших право людей на жизнь. Низкий поклон и благодарность героям Великой Отечественной войны. Я шлю тебе письмо из 45-го. Взгляни на снимок сверстник дорогой. На нем мы вместе с нашими ребятами. Ты посмотри, какой я молодой. Спецкор газеты фронтовой нас высмотрел. Еще куликой адрес взял с собой. А мы опять ушли туда и выстрелы. Ты посмотри, какой я молодой. А вокруг весна, небо синего, солнце бьет в глаза, и нежна листва. Нам бы жить-то жить, жить бы да любить, и детей расти на земле. Опять ушли туда и выстрелы, и взрывы бомб, и мин зловещий бой. Пошли вперед, чтоб победить, чтоб выстоять, пусть даже самой страшной ценой. Земля стала вся в крови пожарища, и мы за жизнь вели жестокий бой. И рядом на землю падали товарищи, и каждый был такой же молодой. А вокруг весна, небо синего, солнце бьет в глаза, и нежна листва. Так хотела жить, жить бы да любить этот мир сберечь. Я не слыхал, как злая буря свистнула, как я упал и стал землей седой, как обелиском стал и песней чистою. Ты посмотри, какой я молодой. Я говорю с тобой из 45-го. Взгляни на снимок, дорогой ты мой. Не допусти же вновь войну проклятую. Жить бы да любить.
Новоазовский район передает музыкальную эстафету «Голос Победы» городу Харциск.